Hello, team. Здорово, братан. Hello, my friend. Jesus Christ. Is it a Russian server? Yes, of course. Holy shit, I like it so much. Where are you from, man? Me? I'm from Russia. Oh, baby. Putin #1. Yeah. Putin #2. So, who is #1? #1 Zhirinovsky. Жизнь, как детская рубашка, короткая и обостранная. Как настроение? Хорошо, как у самого. Ну, тоже неплохо. Классно у тебя свитер, мне нравится, очень красивый. Спасибо, с оленями. Не вижу тут оленей. Ну, и что? Может быть, ты сам олень? Я? А может, ты олень? Ну что, какие планы на игру? Отъебать. Взять топчанский. Можно попробовать принципа. Я, кстати, стрелять не умею. Ну, понятно, в общем. Игра будет интересной. Выходи, разбийник. Выйди отсюда, разбийник ты. Линк, слушай, а почему ты играешь вот на русском сервере, когда я вот, ну, например, смотрю у тебя ролики, как бы ты на Европе играешь? Сейчас какой-то прям определенный контент у тебя? Зашли поговорить или что? Я ничего вот не слышу, где-то рядом. Ты что-то чаи завариваешь, что ли? Хорош чаи гонять. Слышь, не до ютуберы вы заебали, натуре тишину поймайте. Ого, какой грозный! Я не ютубер, я могу говорить? А эти два заебали, два, блин. Не пролей. Пошел контент! Hello, my friends. Hello. Are you from America? Yes. America. Why you talk? Because I can. Ты can? You can speak Russian? Yes, I can. Your accent is not good, man. My accent is fucking perfect, my friend. No, не надо говорить. Плохо чеки задолбали, короче. Вот так бы и надо было. Алло, слышно меня? Да, слышно. О, аллилуйя, ёпта. Здорово. Здорово! Слышь, как играть в эту игру, ебучую? Никак настроить не могу. Та же самая херня. Да, я редко играю в PUBG Mobile, но я знаю, что многие из вас в него играют. Поэтому я не могу не порекомендовать вам сервис KachiShop, благодаря которому вы можете удобно и выгодно покупать юсишки. Это проверенный сайт, и разработчики PUBG Mobile официально его поддерживают. Я уже пробовал, все работает. Поэтому если у вас не хватает валюты, скажем, на какой-то скин, или вы хотите принять участие в каком-то событии, то можете смело использовать KachiShop для пополнения своего баланса. В KachiShop есть различные скидки для новых пользователей и система рефералов. Работает это очень просто. Если вы удачно пригласите одного нового пользователя, то получите купон с 10% скидкой. Пригласите 3 новых пользователей, получите купон с 15% скидкой. 5 новых пользователей, купон с 20% скидкой. Чтобы участвовать в системе рефералов, найдите и нажмите в своем аккаунте на кнопку 20% off. Переходите по ссылке в описании, приглашайте друзей и получайте скидки до 25%. Это чё, реально инк? Ну, ник похож. Я сейчас охренею, если это инк. Не охренеешь. Но это инк? Да ты заебал уже, блядь. Инк, блядь. Привет, привет, сегодня. Ты видео снимаешь? Ебать мой хуй, блядь. Здорово, инк. Кто снимает, блядь, маленькую? Инк. Ебать, откачайте дурака, блядь, пожалуйста. Она там заела, блядь. Ладно, все, все. Все, точно? Это инк. Да ну! Ёбаные сундуки, блядь. Я его обожаю. Так смотри, нахуй ты играешь, блядь. Играть и смотреть разные вещи. Ладно, все, успокойся. Тебя разнесло, походу. Ну, немного есть, да, блядь. Ну вот, я и понял уже. Инк, хорош. А ты слышал, как поют голуби? Нет, как же они поют, ну-ка. Курлык. И все? Давай анекдот расскажу. Что делает людоед вечером? Смотрю телевизор. жарит телочек. Как зовут человека, который не хочет сдавать кровь? Вампир. Кровожадный. Что будет, если твоя бывшая не придет на Хэллоуин? Блин, сейчас дай подумать. Не знаю, говори. Ничего страшного. Один остался. Он сверху. Сковородку его запинаем? Давай. Поехали. Get over here! I'm fast as fuck, boy. Why are you running? Why are you running? Зона нет, зона. Двое в живых, братан, двое в живых. Это те, это те. Можем сейчас перебежать в зону. Нет, они занимают позицию. Опа. Братан! Лучше, блядь, лучше, нахуй, блядь, изи. Ваза, как ты придумал свой ник, Зарз? Это не я его придумал, это не мой никнейм, я его украл. Ну давай, рассказывай, давай. Короче, это было, когда я играл в Майнкрафт, у меня не было лицензионной версии этой игры. Но я хотел себе поставить скин. Но скин в Майнкрафте можно ставить только, если у тебя есть лицензионный Майнкрафт. Но там есть такая фишка, если ты берешь никнейм чувака с лицензией, то у тебя будет его скин. Там была такая штука, которая называется скины по нику. Ну вот, короче, я выбрал как скин, который мне понравился, а там был никнейм у него Зарзасаса. Бля, удивительная история просто. Меня этот БДСМ едет сбивать. Оу май. Сколько лайков нужно на это видео для продолжения? 40 тысяч лайков. Нет, не 40. 40 102 лайка. Дехсинг? Летишь тут? Да, здорово. Как дела? У тебя штаны как у меня, ты что, офигел? Ну снимай давай. Да, я знаю, классные, да. Ладно, давай, удачи тебе. Давай, тебе тоже. Это плохо. Я поднимаю. Блять. Не буду добивать, если вы моих не будете. Да я тут сниму штаны, я сниму штаны. Придет меня добивать. Это он зря сделал. Он добил нашего. Ну так-то да, ладно. Сними с меня штаны тогда за меня. Давай ты будешь поближе ко мне. Окей. Ты понимаешь, о чем я. Сучара, блядь. Да, вот тут и останемся. Вдвоем. Ты заебал уже, а? Только ты и я. И бескрайние просторы этого каньона. Да, только посмотри, какой он глубокий. Не говори, упругий. Главное, чтобы к нам сзади никто не подошел. Я думал, ты скажешь наоборот, главное, чтобы сзади подошли. Прикроешь меня сзади? Что ты смеешься? Просто просил меня прикрыть сзади, а ты чем подумал? Да какой-то голос какой-то странный. Обычный гейский голос, обычный голос. У нас второй есть? Да. Второй, чё молчишь, где ты? Слышь, за***л ты, б***ь. Как же вас, натуралов, легко разводить. Ну что ж ты так, ёбаный жизнь, что с тобой случилось-то, блядь? Ну вот гормоны, природа. Гормоны, блядь. Да шайтан тебя, блядь, ёбаный в рот, в жопу выебал. Бля, я с тебя хуею, бля. Эй, ебать, это инк, это инк, прикинь. Это инк, мужики. И как так-то? Инк это ютубер охуенный. Я его смотрю всегда, он, бля, такой охуенный. Но он, блядь, добил меня. Не, ну ладно, ну извини, хорошо, виноват. Только не отписывайся, пожалуйста, ладно? Сколько подписчиков у тебя? Сейчас скажу. А можно грубо. Любишь грубо? Я имею в виду, можешь не точно, там, примерно. Больше, чем 10 тысяч? Да. Слушай, как ты добился этого? Зарядка по утрам, здоровое питание, не курю, не матерюсь. Крутой чувак. Я, блин, все стримлю 2 месяца, у меня даже штуки не набралось. Лох. Со мной в пати Инт, который ютубер, да? Да нет, это которого миллионы подписчиков, да? Или сколько? Я вообще могла с ним в пати попасться, а? Тебя как зовут? Можно просто Пинг. Анастасия, приятно познакомиться. Блин! Весело поиграли. Не дали мне с Линком поиграть. Мы с тобой летающую штуку едем искать? Ты читаешь мои мысли, мне страшно. Че, мы поедем в зону? Да-да. Кто-то поедет, кто-то полетит. А, нормально. А ты умеешь на ней летать? Нет. А, ну все, значит, будет весело сейчас. А че он не едет? А у тебя бензин есть? А, да, есть. Завтра заправлю. А что нажимать? Что-нибудь вперед, наверное, шрифтом что-нибудь. Мне кажется, мы сейчас далеко не улетим, как бы, да. Ой, что нажимать? Shift? Фак. Что-то мне страшно. Что-то мне страшно. Shift, shift. Блин. Мы сейчас перевернемся. Черт, ты летчик 3000. Слушай, что-то мы приземляемся. Ладно, ну это уже лучше, чем я, в принципе. Не, ну ты нормально вообще справляешься. Ты так это, типа, у тебя тактика такая, маневры такие, знаешь. Ты так немного по земле, потом хоп. Нифига себе, мы сальтуху кувыркнули. Что, давай местами поменяемся? А, нет, нет, нет. Нет? Нет, нет. Не умею летать. О, еще одна. Будешь брать? А, бензина нету. Или у тебя с собой 2 было? Нет, к сожалению. В принципе, я не удивлюсь, если у тебя с собой было 2. Давай посмотрим, какую максимальную высоту мы сможем набрать. Я надеюсь, не зря я это предложила. Ты меня байтишь специально. Хочешь проверить мои возможности. Садись. Да, кстати, если низко будем лететь, собьют. Меня сейчас чуть винтами не заживало. Ты уже научился, все. Высший пилотаж. Интересная стена, можно этой штукой сбить? Сейчас проверим. Серьезно? Оп-оп-оп. Опа! Неплохо. Ты даже еще одну. Офигеть. И еще. Ой, нельзя. Кстати, у нас чуть-чуть осталось совсем бензин. Там нет бензин зеленый? Нет, нет, нету. А, подожди, подожди, нашел, нашел. Отлично. Целых 2 канистры. Хватит? Если нас сейчас здесь не встретят. Я там скинул эти канистры, если вам надо. Вот. Спасибо. О, ничего себе. У нас чуть-чуть подгорело. А, вы снова полетите, да? Угу. Чуть-чуть подгорел транспорт. Тут тусить. Садись наверх. На крылья прям. Ага. У нас сейчас это, зона сожрет. Короче, я поиграю в этого, в папича. Если мой дом будет заходить, скажите. Хорошо. Деревья такие плоские сверху. Особенно снизу это заметно, на нижних деревьях. О-о-о-о. Нормальный плоский. Кто-то решил по нам пострелять, да? Кто? А ну иди сюда. А, я сюда стреляю. Попали, представляешь? О. Оху-ху. Значит, сажаемся. Причем сажаемся жестко. Ё-моё. Так, вот аэродроп меня интересует, кстати. Ой, да он наш. Ого, это что за подарок судьбы? Ох-ох-ох. Двигай тело, выдыхай. Оп, давай, давай. Двигай тело, выдыхай. Давай, давай. Чик-чик-чик, полоски. Оп, Adidas кроссовки. Давай, давай. Давай, давай.